Этиопия в переводе с греческого – страна людей, опаленных солнцем. Большие и малые народности. Они живут на огромном горном массиве на востоке Африки, у берегов Красного моря. Около 30 миллионов человек. Лица этих людей и в самом деле побронзовели от горячего южного солнца. А судьба, судьба опалена огнем революционной борьбы за свободу. Накал этой борьбы нарастает. Столица Эфиопии – Аддис-Абеба. В переводе с амхарского – новый цветок. Солнечный, мирный город. Их Эфиопия радио. Но вслушайтесь в передаче радио, в сообщение Эфиопского агентства новостей. Аддис-Абеба. На предприятиях проведен воскресник. Заработанные деньги отчисляются в фонд обороны. Ликвидирована банда террористов, получивших подготовку и оружие за границей. Приговор анархистам, связанным с эмигрантскими центрами в Соединенных Штатах Америки и Англии, приведен в исполнение. После объявления амнистии 70 крестьян, обманом и угрозами вовлеченных в контрреволюционную группу, сдались властям в северо-западном районе. Решимость народа построить социализм непреклонна, заявляет Временный военный административный совет. Революционная родина или смерть? История Эфиопии – летопись трех тысячелетий. Не раз колонизаторы пытались поработить страну гордых и мужественных людей, но эфиопский народ всегда отстаивал свою свободу. Эфиопия была символом Африки непокоренной. Теперь она на переднем крае революционной борьбы стран африканского континента. Первая страница новой истории Эфиопии – год 1974. Год, когда началась национально-демократическая революция. О, революция! Бей в барабаны время! И сбрось веков мучительное бремя, и с прошлым рассчитайся навсегда. Встань, Эфиопия, зажглась твоя звезда, и ясен путь, указанный народу. Я новой Эфиопии клянусь вести сражение за ее свободу. Новая Эфиопия – это дети за партами. А ведь еще недавно лишь незначительная часть детей школьного возраста имела возможность учиться. Так скромный школьный букварь становится частью великой азбуки революции. Каждый урок – это открытие большого мира, час познания Родины. Земля Эфиопии, наша мать, наш отец и наш брат. Ты самая драгоценная из того, чем мы владеем. Нет, никому мы не можем отдать ни единой твоей песчинки. Земля Эфиопии, здесь мы рождаемся и сеем хлеб. На нивах твоих пасем скот. Твои трудные дороги протоптаны нашими предками, по ним ходим и мы. Ты наша любовь, надежда и сила, свободная земля Эфиопии. Thank you.
пользуется своим благодатным климатом и плодороднейшими почвами, Эфиопия могла бы прокормить десятки миллионов человек, стать житницей Африки, а была страною бедствий народных. Вот кадры хроники недавних лет. В провинциях, пораженных засухой, люди умирали от голода. В деревнях свирепствовали эпидемии тифа, холеры и оспы. А туристские проспекты призывали: посетите страну, где солнце сияет 13 месяцев в году. По эфиопскому календарю в году 13 месяцев. Надо было поднять тревогу, обратиться с просьбой о помощи, но император и его свита предпочитали молчать. Терпению народа пришел конец. Замер транспорт, забастовали водители. Прекратили работу портовики. Всеобщее недовольство прорвалось наружу. Существующий в Эфиопии календарь отстает от общепринятого на 7 лет и 8 месяцев. При монархическом строе страна отставала на столетие. Так дальше продолжаться не могло. Эфиопия была на пороге революции. Император еще пытался удержать власть, обещал провести реформы. Но ничто уже не могло спасти прогнивший режим. Сентября 1974 года над древней эфиопской землей занялась заря свободы. Армия и народ свергли императора Хайле Селасси, избранника бога и царя царей. Высшим органом в стране стал Временный военный административный совет, Памхарский Дер. Он состоял в основном из младших офицеров и солдат. Революционное ядро Дерга с самого начала возглавил Менгисту Хайле Мариам. В стране свершилась революция. Пусть календарь от жизни отстает, календари нам революцию исправят. Ведь революцию всегда вершит народ. Он даты новые в историю добавит.